Сегодняшний выпуск может быть полезен диджеям, которые собирают винил, коллекционерам и любому человеку, который может столкнуться в своей жизни с новой виниловой пластинкой. Например, вот эта виниловая пластинка отыграна мной на диджейских выступлениях более 20 раз. Но она выглядит как новая в упаковке. Вот еще один пример пластинки, которая постоянно со мной, достаточно часто я ее вожу на выступления. Она бывает в сумке, стоит на полке, эксплуатируется, но тем не менее выглядит достаточно свежей. Так в чем же секрет? Как сделать так, чтобы пластинки эксплуатировались, но выглядели достаточно свежими? Я покажу вам интересный способ, который, может быть, когда-то вам пригодится. Для этого я подготовил несколько новых пластинок. Открытие новой пластинки – это достаточно приятный момент. В моих руках абсолютно новая виниловая пластинка. Внимательно посмотрите и найдите сторону, из которой вы будете доставать пластинку из конверта. Ну а теперь давайте откроем пластинку. Ногу закидывать не обязательно, это чтобы вам было виднее. Просто потрите пластинку интенсивно, той стороной, откуда вы будете ее доставать. Вот и все, пластинка открыта. Все очень просто. Обратите внимание, что ткань вашей одежды может не подойти для этого способа. Очень хорошо использовать джинсы. На самом деле, сотни раз этот способ никогда не подводил, и пластинка открывалась достаточно ровно. Новые пластинки открыты, и выглядят они так же, как те, которые уже многократно брались с собой на выступление. Поэтому этот способ, может быть, вам пригодится. Есть люди, для кого пленка на виниле – это не очень красиво. И в какой-то степени я с ними согласен. Если аккуратно обращаться, можно и использовать пластинки без пленки. Ну, выглядит это вот так. То есть никаких бликов, и пластинка выглядит достаточно приятно. Ну, тогда, может быть, с ней обращаться нужно будет немножко поаккуратней. Спасибо, что посмотрели это видео. Это канал об электронной музыке, в диджейском искусстве, о коллекционировании. Также я делюсь своим собственным опытом, как организатор выступлений диджеев и музыкантов. Спасибо!